Всем добрый день! Это наш второй день в лагере. Хоккей-кэмп. Вот. Выходим уже на лед. Сейчас буду расставлять инвентарь для упражнений по станциям. Здесь замечательно, вообще все здорово. Вчера у нас был лед. Он продлился у нас 2 часа. Вот, катались, занимались. Чисто все вспоминали. Так что смотрим, что из этого получится. Второй день. Тренировка первая ледовая по станциям. Поехали. Ромыч, ну тебе ладно, ты сегодня мелкого, да, уводишь? Сереж, опять опоздание, ну как так-то? Скажи мне. Вот время 10:03 уже. Это новый уровень, на лед с музыкой выходить. Я такого еще не встречал в своей хоккейной карьере. Что за ужас тут творится? Побыстрее, побыстрее, выходим, время мало у нас. По 2 человека на станцию делимся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как раз первая станция, вот она у нас. Вторая станция, там третья, там четвертая. Все понятно. Первая станция, смотрите, у вас. Вы двигаетесь из центра. Вы делаете вираж лицом вперед в одну сторону, во вторую. Здесь катание спиной вперед. Присели, вираж сделали. Снова скрестный шаг, поехали дальше. Присели, вираж, скрестный шаг. Следующее, пойдемте. Усложнение. Двигаемся. Посмотрите сюда внимательно. Делаем скрестный шаг и вираж. Полностью обкатываем круг. В другую сторону. Скрестный шаг, вираж. Целый круг обкатили. И четвертая станция. Переход на спину. Скрестный шаг, выход. Снова двигаешься. Все, поехали, начинаем. Все, перешел на лицо уже. Уже на лицо. Тебе надо всегда вперед смотреть. Перешел на спину сейчас. Скрестный шаг. Раз, два, перешел на лицо. Во! И побыстрее, мне нужен темп. Все, назад возвращайся. Быстрее, быстрее, потом в другую сторону. А сейчас сзади клюшка. Сзади, сзади клюшка. Сейчас впереди, вот. А сейчас сзади оставь ее. Сзади, во! Умничка. И резко на ногу садись, 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 ближе, 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 на ту, на которую поворачиваешь. Да. Понял? Все, и поехали снова. Ноги пошире немножко, Сереж. Хорошо. Клюшку нормально возьми, Сань. Чё опять держишь ее, непонятно как. Хорошо, возьми ее просто. Да, скрест. Вышел. Блядь, идеально. Давай. Скрестный шаг. А где скрестный шаг, Дим? А? В смысле, не понял? Да ты попробуй. У тебя все получится, я уверен. Давай. Смелей. Поехали. На эту ногу массу дави. Раз. И делай скрест. Нет, куда скрестный шаг делаешь? Через переднюю ногу. Раз. Два. Значит, вот эту часть. Вот, вот видишь, вот она, таз. И ты пошел. Двумя ногами. И пошел. Ближе ногу загружай. Скрестный шаг.
С крест. Так никто туда, где с креста? Через, я не понял, через переднюю ногу с креста шаг делай. Я не знаю, что это. Ну почему нужно заставлять меня вывещать зло на траве? Мужчины молодцы, стараются на самом деле, но для многих сложно. Хоть они говорят, что они не боятся в каких-то моментах, но видно, как страшно какие-то элементы делать, потому что уже возраст и в первую очередь. Ну и неуверенность в ногах, недоверие. Я называю это недоверие, когда ты не доверяешь своим ногам. Вот так что так вот. Надо загрузить прям по максимуму ближнюю, и ты на нее просто сядь, попробуй просто вот сверху на нее надавить. Погнали. Так нет, не надо, вот сделай просто, как тебе тренер говорит, ведь так, блядь, правильнее будет и полезней. Сережа, давай не отдыхай, ты чё идти хотел? Устал что ли? О чем дело? Чуешь теорию, теорию. Какую теорию? Давай бегом, ё-моё, теория. До теории еще далеко. Халтура, вчера опоздал на тренировку, сегодня вообще не хочет работать, стоит, отдыхает. Хотя не устал. Обязательная составляющая – это тормоза. Тормозить нужно уметь, потому что у хоккеистов, а особенно у любителей, которые недавно, да, только пришли у нас в хоккей заниматься, очень опасно, особенно у бортиков, когда они играют. И если человек не умеет тормозить, он может просто-напросто разбиться. Так что каждую тренировку мы будем в конце тренировочки отрабатывать тормоза. Разные, сложные, несложные. Так что вот так вот. Сейчас! Целая прямая у вас. Тормозим. 2-3 шага. Одной ногой. 2-3 шага. Второй ногой. Туда-обратно. Здесь я вас снова жду. Еще.